Добрый вечер. В эфире новости дня прямо сейчас о событиях в стране и за ее пределами. Сегодня на участке автодороги Ереван-Мегри в Айотзорской области перевернулся автомобиль марки КАМАЗ с номерными знаками Минобороны. 11 граждан были госпитализированы. В Министерстве обороны уточнили, что 10 пострадавших – военнослужащие срочной службы, один офицер. Причина аварии будет выяснена экспертизой. Сегодня во главе с председателем профессиональной комиссии по конституционным реформам при президенте Республики Арцах Араиком Лазаряном состоялось первое заседание профессиональной комиссии, на котором обсуждались организационные вопросы деятельности комиссии. В ходе заседания комиссия решила создать рабочую группу для разработки проекта конституционных реформ Республики Арцах. Итоги специальных мероприятий, проведенных полицией, подвел начальник полиции МВД полковник Артем Арутюнян, сообщается в полиции Министерства внутренних дел Республики Арцах. Согласно поручению данному на заседании Совета безопасности президента Республики Арцах, в течение мая-июня полиция Министерства внутренних дел были организованы и проведены специальные мероприятия. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с безопасностью дорожного движения, незаконным приобретением оружия и боеприпасов. На очередном заседании министров иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности будет обсуждаться вопрос международной и региональной безопасности, а также ее влияние на безопасность стран-членов ОДКБ. Заседание министров иностранных дел ОДКБ, которое состоится 10 июня в Ереване, под председательством министра иностранных дел Армении Арарат Мирзояна, примет участие также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Членам Совета министров иностранных дел будет предоставлена информация о проводимой секретариатом и Объединенным Штатам ОДКБ работе по совершенствованию механизма кризисного реагирования организации в современных геополитических реалиях. Массовое отключение предоплаченных карт Карабахтелекома обусловлено изменением программного обеспечения. Компания сообщила абонентам в коротком сообщении и через СМИ о необходимости продления срока действия карты. Использование пакета тарифных миксов не означает ежемесячное пополнение номера телефона. Получается, что абонент может делать это два раза в год, имея возможность пользоваться тарифом 21 драм за минуту. Тарифы Карабахтелеком не превышают тарифные планы армянских операторов, сказал директор компании Мхитар Мирзаян. Ведутся работы по улучшению качества связи и интернета. В Арцахе доступен мобильный интернет 4G. Для этого абоненту необходимо обратиться в зал обслуживания и заменить телефонную карту на карту нового поколения. Начались единые экзамены. Руководители в сфере образования уверяют, что, несмотря на трудности, возникшие в течение прошедшего учебного года, им удалось донести до учащих запланированный учебный материал. На первом экзамене присутствовали выбравшие биологию и географию. Официальные результаты экзаменов будут вывешены в экзаменационных центрах в течение 5 дней после экзамена. Единые экзамены завершатся 24 июня. Дополнительный этап пройдет со 2 по 8 июля для тех, кто по уважительной причине не участвовал в главном этапе. Вчера в музыкальном колледже имени Саят Новой в Степанакерте состоялся отчетный концерт 2021-2022 учебного года, посвященный его 60-летию. Министр образования и науки Анаита Копьян поздравил студентов с успешным завершением учебного года, подчеркнув роль образования в повышении благосостояния государства и общества. Группа студентов музыкального колледжа имени Саят Новой приняла участие в ряде престижных конкурсов фестивалей в Республике Армения, Греции, Чехии и Российской Федерации, многие из которых вернулись с дипломами. В связи с этим студенты колледжа были награждены дипломами и грамотами Министерством образования и науки Республики Арцах. Это все главные новости на сегодня. В студии была Нина Саакян. Всего доброго, до новых встреч!